Одного защитника, одного нападающего. Диас Гусейнов қазір. Минеев пен Самат Данияр. Осында іштік. Яковлев. Бақпыдан сәл ғана қиыс кетті. Майе. Голдобин. Голдобин Майеге пас. Яковлев. Майе. Шайба қақпада. Шайба осылайша міне біздің қақпаға кіріп отыр. Как не старался сейчас Самат Данияр заблокировать эту попытку, не получилось. Ну и попал, наверное. Посмотрим повтор. Егор Петухов на шоу на 28 секунд қалған сәтте. Байеркин кешкін кедергі жасаған жоқ, барлығын көріп тұрған Никита. Соққы да жақсы болды. Ну и попал, смотри, под самую перекладину. Такое ощущение было, даже звук слышно, как будто перекладина. Это хорошо, что Кошелев еще на дальнюю не отдал. Вот Гусейнов. И Гусейнов. Муратов ждет от него передачи. Муратов бросает классно низом в дальний. Айржан. Классный перевод, а бросок-то. Ну! Шайба! Қақпада міне! Міне біздің жастар! Өте тамаша ойнай алды. Алай бір-бірімен бас алмас. Дінмұхамед Қайыржан. Тағы да осы ойын сәтін көргеміз. Әдемі шабуыл. Алғашқы соққыны Грэм жасаған еді. Кейін серпілген шайбаға бірінші болып жеткен Дінмұхамед Қайыржан. Муратов на себя отвлек Хабарова, тем самым дал возможность здесь Кайржану спокойно бросать поворотом. Ну и класс. Булит, не тағы да көрдеміз. Валерий Орехов бұл жерде Сагадеевті осылай тоқтатқан еді. Ал Антон. Как бы сказал Федор Поля. Брако пошел исполнять. Брако Паскуале. Брако! Мне кординг зер! Джереми Брако! Қалай да им... Көзіміз жетпейді. А теперь... Джереми Брако, кара! Александр! Стартинг стильный до келу мүмкін, я моя нервне. Али кельмим. Ну нет, стиль Романа Старченко, мне кажется, не превзойти. Джереми Брако! Игру такую обоюдоострую, наверное, сейчас нельзя. Минеев. Отдавать, отдавать нужно шайбу. Биграс. Крис. Минеевке пас. Бэй. Энтони Луис. Юхал был в прошлом году вратарь. Албус Бюрде! Шайба! Қақпада міне өздер көрдіңіздер. Энтони Луис. Ойындардың бұзылған, бірақ әдемі. Әдемі ұйымдастырылған шайба. Өз нәтижесін беріп отыр. Міне, бейне қайталаудан көреміз. Луис. Это прям, знаешь, шайба в стиле Супермена. Падение одной рукой. Вот так ее раз ковырнул в концовке. Не готов Паскуале. Құлап бара жатып шайба соғатын ойыншылар Максим Худяков, Энтони Луис. Максим Худяков өзінің мансабын аяқтады. Қазір балалар бапкері болып жұмыс жасайды. Міне енді Энтони Луис жақсы екеу пас алмасқан. Еременко, Еременко қазір қақпаның алдына қарай шығарды. Қайыржан талас жүргізіп жатыр, бірақ шайба әлі де металлург хоккейшілерінде. Тут главное не бросить игрока и не потерять позицию. Гребенкинге қарсы. Быстрее, быстрее нужно. Семин Болган, Платонов, соққа шайба қақпады. Орехов. Валерий Орехов. Ну, это что называется привоз от Семина сейчас, потому что и шайба у него была на клюшке, и нужно было ее просто выводить, если уж не было адресатов. Но вот Семин подустал. Орехов. Классно подключился, классно накатил Орехов. Ну и с броском у Валерия кто-кто, а мы-то все прекрасно знаем, что все в порядке. Ну и передача Платонова.